При виде телекамеры в воде остаются разве что пенсионеры. Несовершеннолетние на всякий случай возвращаются к родителям. Значит, осознают, что существует определенный набор правил поведения у рек и озер. Освежить знания помогают памятки, которые раздают сотрудники МЧС. Плавать умеешь, но все-таки изучи. К сожалению, у нас здесь нет пляжа. И хотелось бы, чтобы вы постоянно были с детьми на воде. Почему? Потому что ситуация может меняться ежесекундно. Учите плавать, воспитывайте. Да, мы уже учимся. Вот, есть такое понятие, как культура на водном объекте. Дай бог, чтобы вовремя научить ребенка плавать, чтобы он находился постоянно в безопасности. Таблички «Купаться запрещено» мало кого останавливают. Люди рассчитывают, что их навыки плавания, как и многолетний опыт отдыха, им помогут. Ложусь на воде, отдыхаю. Встречались на совещаниях. Могу лечь и лежать, отдохнуть и дальше плыть. Сильно далеко не заплывайте, наверное. Нет, зачем? Я пенсионер, мало ли что. Уже на подходе к пруду Засика спасатели увидели несовершеннолетних, которые шли без сопровождения родителей. Небольшой воспитательный разговор с мамой одной из девочек получился по мобильному телефону. Почему вы ее отпустили без своего контроля? Она, в общем, 14-летний ребенок. Что проблема? Ну, проблема в том, что в рамках законодательства вы должны контролировать их местонахождение. И для исключения трагедии, в том числе на воде. В целом люди реагируют положительно, за исключением некоторых случаев. И в основном, конечно же, они относятся к тем любителям острых ощущений вблизи водных объектов, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Именно таким категориям граждан мы рекомендуем не заходить в воду. А на заросшем озере в Ласточкиных горах спасатели оказались вовремя. Рискуя соскользнуть в тину, два мальчика пытались достать мяч из воды. После замечаний инспектирующих они оставили свои небезопасные забавы.